Дети – это цветы жизни, и каждый родитель пытается дать своему чаду все самое лучшее. Наше государство и госучреждения также работают над воспитанием нашей молодежи прямо с раннего возраста. Яркий пример этому – осенний праздник, который прошел в детском садике номер 62 «Незабудка». Цель мероприятия – приобщение детей к народным традициям, развитие певческих и танцевальных навыков, воспитание любви к прекрасному природе. Нашим деткам, что то, что мы учили, они все показали на высший балл. Спасибо и родителям нашим, что нас не подвели. Все, что мы хотели, все делали. Спасибо нашей Марине Сурхаевне. Спасибо, дорогие родители, что вы нам помогли. Без вашей помощи мы тоже не справились. Спасибо огромное детям. То, что мы говорили, действительно, то, что мы занимались в течение этих месяцев, они исполнили все свои мероприятия. Развлекательная программа праздника была весьма насыщена. Конкурсы на знание стихов и загадок об осени, песни и танцы сопровождали все мероприятие. В гости к ребятам пришли сказочные герои. Сундучок, сундучок, разукрашенный бочок, свою крышку открывай, нас скорее удивляй. На празднике дети пели осенние песенки, читали стихи про осень, танцевали, отгадывали загадки, играли с героями в музыкальные игры. А после праздника участникам и гостям королева осени раздавала подарки. На утреннике также присутствовали родители, которые смотрели и радовались выступлениям детей. После мероприятия мы поинтересовались у воспитанников садика, что такое осень. Осень – это когда уже листья опадают, когда созревают все фрукты и овощи. Это когда птицы улетают в теплые края. Осень – это которая дает подарки. Осенью бывают холодные дожди. Это когда листья опадают и греют овощи. Все лето должно быть. Это улетает наше лето. Для нас каждый детский утренник – это знаковое событие. Спасибо за ваших детей вам. И вам спасибо, девочки. Спасибо. Мы получили очень большое наслаждение, удовольствие от этого праздника. Правда, мамы? Да. Не поблагодарить нельзя. Уделяйте больше внимания детям. Фасима Талиева, Касим Исмаилов. Специально для Прибой ТВ.